Продолжается конференция партнеров и, конечно же, знакомство с руководителями. Здравствуйте. Николай Нестеров ответит нам на вопросы. Скажите, вот говоря о современном рынке, да, все-таки, какие изменения на сегодняшний день, вот с вашей точки зрения, самые важные произошли? Их несколько на самом деле. Первое, то, что уже последние 6 лет ухудшается экономическое положение в стране и достаточно стабильно, к сожалению, и это отражается на покупательной способности населения, и это серьезный вызов. Значит, вторая позиция, которая касается нашей отрасли уже, да, то есть отрасль сейчас на пороге последнего передела. То есть за 15-20 лет конкурентной борьбы на площадке осталось всего 5 игроков, но по всем как бы законам рынка должно остаться 2-2,5, так скажем. Вот. И конкуренция – это серьезные ценовые войны. И последнее, то, от чего страдают и федеральные сети, ну и локальные сети, и вообще ритейл, это, конечно, промо-акции. То есть то, что сейчас творится на рынке, невыгодно ни сетям, ни производителям. То есть мы вошли в какой-то штопор, и с этим нужно что-то делать. Говоря вот о борьбе за потребителя, о меняющемся рынке, о меняющемся спросе, вот как изменились отношения с сетями именно? Вы знаете, ну вот, наверное, начиная с закона Яровой, то есть сетевой сектор серьезно задумался над тем, что он не один на этой площадке. И наиболее продвинутые, и в первую очередь Магнит, это поняли и стали выстраивать серьезные отношения с производителями. Значит, конечно, у нас сделано намного меньше, чем предстоит, потому что зарубежный опыт построения таких долгосрочных отношений, он говорит о том, что у нас очень серьезные резервы. И в этом смысле Магнит, он понимает, на мой взгляд, больше и чувствительнее к этому относится, нежели другие сетевые игроки. Ну и говоря о вашей компании, что удалось реализовать, может быть, за этот год, да? Может быть, что-то не получилось, и какие планы на следующий год? Ну, знаете как, на самом деле мы рассматриваем возможность изучения, совместного изучения всей цепочки добавленной стоимости. И это очень серьезная задача, потому что часто получается так, что руководители поставщиков и сетей понимают, о чем, куда нужно продвигаться и что нужно делать. А вот дальше происходит чаще всего сбой, поскольку у людей определенные KPI показатели, их работы, определенная ориентация, определенная мотивация. Поэтому вот всю эту вертикаль от верхнего, самого верхнего понимания так, идеологии, философии, политики, вектора развития, нужно спускаться ниже. Это большая, кропотливая, очень системная работа, и мы сейчас в этом процессе. Что бы вы спросили у Магнита? Я бы спросил, даже я бы сказал, я бы не спросил, я бы пожелал удерживать то же самое притяжение, магнитное притяжение, которое у них сейчас есть. И вот как бы слоган сегодняшнего сбора, он очень точный. Это говорит о том, что руководство Магнита, менеджмент Магнита очень хорошо понимает, что сегодня нужнее всего. На одной волне это как раз то, что сегодня нужно. Ну и мы желаем вам продуктивного дня. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо.